чтобы удобно было пить, согнул и этот. Выносливая, крепкая рука с множеством возможностей. Новые высокотехнологичные протезы с микропроцессорным управлением вручили сегодня барнаульцу Денису Сандалу. 8 лет назад на производстве мужчина лишился обеих рук. Подавал резину разогретую, горячую резину, то есть и не успел просто вытащить из верхонок руки. Когда со стороны смотрят, не очень приятно было, когда на тебя смотрят. Но потом, сейчас совсем привык уже. То есть, как бы, сейчас я уже внимания вообще не обращаю на это. Протезируется Денис 2015 года. Изделие, поскольку травма производственная, предоставляет фонд социального страхования. Прежние, также предоставленные фондом, свой срок отслужили. Предоставили новую стоимость, ноу-хау рук превышает 16 миллионов рублей. Когда нам ее презентовали, так скажем, то есть эту кисть просто кидали и били. То есть если остальные биокисти, они как бы более такие нежные, хрупкие, то есть здесь композитные материалы используются, современные, то есть достаточно крепкая рука. Какая реакция первая, когда он впервые померил эти протезы, вот помните? Ну и улыбка, конечно. Фонд соцстрахования, предоставляя средства реабилитации, дарит надежду и другим. Так только за прошлый год необходимыми изделиями обеспечили больше 1000 человек. В 2021 году Алтайским региональным отделением фонда было заключено и исполнено 68 государственных контрактов на обеспечение лиц, пострадавших на производстве, техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и ортопедической обувью на сумму более 28 миллионов рублей. Улыбайся, улыбайся. Средства реабилитации, которыми обеспечивают людей, помогают не просто восстановить здоровье, но и полноценно жить. Так Денис Сандал любит бегать, регулярно участвует в городских забегах, а в свободное время играет в бочу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.